Всем привет! В этом видео вы услышите три короткие, но очень мудрые притчи о богатстве. Инстардинг представляет притчи, которые изменят вашу жизнь. Третья часть. Два весла. Лодочник перевозил путешественника на другой берег в очень красивой лодке. Путник отметил, что лодочник отлично справляется со своим ремеслом. И вдруг он заметил какие-то надписи на веслах. На одном весле было написано «Думай», а на втором «Делай». «Хороший ты лодочник», — сказал путешественник. «А зачем такие надписи на веслах?» «Смотри», — улыбаясь, сказал лодочник. И начал грести только одним веслом с надписью «Думай». Лодка начала кружиться на одном месте. «Бывало, я думал о чем-то, размышлял, строил планы, но ничего не предпринимал, и пользы это не приносило. Я просто кружил на одном месте, как эта лодка». Лодочник перестал грести одним веслом и начал грести другим с надписью «Делай». Лодка начала кружиться, но уже в другую сторону. «Бывало, я бросался в другую крайность. Работал бездумно, без планов, без знаний. Много сил и времени тратил, старался побольше сделать, но в итоге тоже кружил на месте. Вот и сделал надпись на веслах», — продолжил лодочник, «чтобы помнить, что на каждый взмах левого весла должен быть взмах правого». А потом показал на красивый дом, который возвышался на берегу реки. «Смотри, этот дом я смог приобрести после того, как сделал на веслах эти надписи». Мораль. Одни действия без мышления не сделают вас богатым, так же, как и одно мышление без действий. 25 центов. Маленький мальчик заходит в парикмахерскую. Парикмахер сразу же его узнает и говорит своим клиентам. «Смотрите, это самый глупый мальчик на свете, сейчас я вам докажу». В одной руке парикмахер держит доллар, в другой 25 центов. Зовет мальчика и говорит: «Что выбираешь?» Тот подходит и выбирает 25 центов. Все посетители смеются. Парикмахер спрашивает его при всех: «Почему ты выбрал 25 центов?» «Ну, потому что 25 центов прочнее доллара, они лучше и компактнее», — ответил мальчик. Все рассмеялись еще больше. По дороге обратно мальчика догоняет один клиент и спрашивает: «Ты действительно считаешь, что 25 центов лучше, чем доллар?» Мальчик улыбнулся и ответил: «Конечно же нет, просто в тот день, когда я выберу $1, игра будет окончена». Мораль. Чтобы стать богатым, нужно уметь расставлять приоритеты в зависимости от ситуации. Глупо убивать курицу, которая несет вам золотые яйца ради большой, но единоразовой выгоды. Решето. Однажды у миллионера спросили: «В чем секрет его успеха?» «В терпении и постоянстве, мой друг», — ответил миллионер. «Но я могу назвать массу областей, где это не срабатывает», — сказал собеседник. «Например?» — спросил миллионер. «Ну, например, носить воду в решете. Сколько ни носи, все равно не перенесешь». «Вы не правы», — возразил миллионер. «Просто надо взять решето и дождаться зимы». Мораль. Есть вещи, которые кажутся невозможными. И в большинстве случаев это из-за того, что люди сдаются. Друзья, спасибо вам за просмотр. Если вы не видели предыдущие части этой рубрики, загляните в описание. Также не забудьте поделиться этим видео с друзьями, подписаться на наш канал Инстардинг, нажать на колокольчик и поставить лайк. Всем пока!